Блин, хотел снять видео, вообще не соображаю. Не нажал кнопку записи, уже все съел. Ну ладно. Ну и пофиг. Сделал фотоснимок, прилежку. Так, подожди, по 10 рублей. Вермишель быстрого приготовления называется. Лучшая еда. Хотя, честно говоря, у меня там вот изжога от нее. Потому что довольно острым делают. Ну, не то чтобы острым, но как будто бы и не острое, но приправ каких-то много, короче, которые вызывают изжогу. Ну, не от, от одного, допустим, нет. Когда я беру, за, допустим, две, а если еще больше, там, три заварю, тогда у меня может быть изжога. То есть поднимается уровень кислотности в желудке из-за острой еды. Наверное, да. В общем, хотел снимать видео, ну то есть я его начал снимать, снял, сделал фото, ну для превьюшки, и потом включил снимать видео и кнопку не нажал записи, и в итоге уже съел, короче, почти, да. Потом смотрю, у меня экран телефона выключился, потому что запись-то не идет. Это у меня чай. Последний пакетик вот такой остался. Хочется очень сладкого к чаю. Не знаю, вот решусь ли я. Очень я застрял в доте, ничего не делаю, так сказать. Ну, как сказать, ничего не делаю. То есть я не могу собраться, не выйти там в магазин, не выйти на стадион, побегать. Единственное, что я, конечно, могу быть собой доволен, потому что я несколько дней назад, я хорошо очень тренировался, очень много, очень сильно тренировался. Это было на стриме все. И поскольку мне 40 лет, уже восстанавливаться нужно много, долго. Поэтому в этом плане я могу особо не переживать, но все равно двигаться нужно каждый день. Я, получается, стримлю сейчас еще. То есть я уже несколько дней, 3 или 4 дня просто сижу. Наверное, может быть, сейчас 4-й день или какой. Я его сейчас по браслету посмотрел, но я его снял, на зарядку поставил. Там видно, когда была тренировка. Можно посмотреть было бы, но я на зарядку браслет уже убрал. А вот и Dota сейчас International идет, поглощает все мое внимание. И я в итоге сижу и засиживаюсь. И вот спустя долгое время я прибегнул к стоячему употреблению еды. Снова на холодильнике. Вот. Даже я не захотел здесь на кухне сидеть. Ну, то есть мне уже и там надоело, если я вообще не люблю однообразие. Мне однообразие приедается, надоедает. И, в общем, хотя Dota мне не надоело, но я сейчас сел смотреть стрим, я не запустил. Я смотрел, включил Никса. Ну, Никс комментирует, конечно, идет International, Никс комментирует. Я много кого могу смотреть. Естественно, когда мне надоедает что-то одно, я переключаюсь на другое. Просто это к слову, я говорю, что вот, ну, Никс комментируется, там еще прикольно, его там троллят, он что-нибудь там отвечает, а он стал тоже заложником образа такого идеального человека, вот, потому что его называют нарциссом, да, и он стал поддерживать этот образ, ну, потому что это работает так, то есть давишь на триггерные точки. О, нифига, у меня муха, чего, откуда? Какая жесть. Блядь, откуда она взялась?
Охереть. Просто огромная муха. Я могу вам попробовать показать. Она какая-то заторможенная. Блин, сейчас скажут, что у меня здесь говно какое-нибудь. Она очень заторможенная, видите, она даже не может... Я не знаю, видно ее, как показать-то. У меня телефон отсвечивает, я ничего не вижу. Что я показываю? Так, по идее, она в том углу. А, ну да, видно. Блин, откуда она взялась? Еще такая заторможенная. Какая-то... Прямо как я. И как Никс. В общем, я даже не смог сейчас вот позавтракать своей этой лапшой. Сидя за компьютером, смотря доту там, например, да. Пошел, сделал уже себе по старинке, снял видео. Ну, выгляжу, как я, как всегда, хорошо. Даже в свои 40 лет я выгляжу лучше, чем Никс. В свои 30, ну, то есть понятно, что он выглядит моложе, чем я, но... Но ему еще не 30, наверное, да, сколько там, около 30. Ну, а я в свои 40 выгляжу отлично, да? С этим никто не поспорит. Но все равно я сам по себе вижу и понимаю, что нужно все равно двигаться. Ну, главное, за счет чего хорошо можно выглядеть, это именно физическая активность. Блин, меня бесит эта муха, надо ее как-то прибить, что ли. Чем ее прибить-то? Она сейчас отогреется тут. Начнёт, блин, ползать, ё-моё. Оглушил, огрел я её полотенцем. Ну, это несложно было, потому что она сама по себе заторможена. Просто непонятно, откуда она взялась. Где она вообще сидела. Так, ладно, уже 7 минут наснимал видос. Сейчас холодно, кстати, стало. Но лето закончилось. Поздравляю вас с концом лета. Вот. Очень хочется сладкого. Я сейчас пью зеленый чай. Это со вкусом молока он считается. А, вот такой вот. Покупал я, когда последний раз ходил в магазин. Милки Улунг. Чай Улун с ароматом молока. Это последний пакетик. Когда у меня появляется, я постоянно пью. Ну, появляется, когда я покупаю, когда решает, что вот что-то я решил купить, и я так-то чай редко пью. Вот. Но теперь, когда пьешь чай, хочется сладкого. Какого-нибудь печенья. Шоколадной глазури с аракисом. Ну, наверное, я этого все равно избегу. Вот. Так сказать, не имею я права употреблять лишнее сладкое, потому что мало двигаюсь, так сказать. Да дело-то не в том, чтобы хорошо выглядеть, а в том, чтобы хорошо себя чувствовать. А вот я сижу, и я чувствую, что у меня уже начинает все болеть, спина начинает болеть. Потому что я сижу, залипая в доту. И вот даже я вот за долгое время сейчас могу быть собой доволен. Теперь я за долгое время, спустя долгое время поел стоя и снял видео. Попил чай с вами, снял видео. Сейчас еще нужно будет сходить в душ. Я еще не умывался. Это время это уже много. Не знаю, как посмотреть время. Мне, наверное, не покажут на телефоне, потому что у меня съемка видео идет. А нет, покажет, что-то тут 15:04 уже. Но я поздно ложусь в 3 часа ночи спать. Сижу, смотрю доту, стримы у меня идут, но на стримах я уже ничего не делаю, потому что я устал, как бы, ну, как сказать, в плане, что играть я не играю, потому что я смотрю International, вот, поэтому просто сижу. Стримы идут одновременно в YouTube и в Twitch. Вот, сейчас осталось сходить еще в душ, вот, постираться, но стираю я, у меня ручная стирка, машинка у меня сломалась, я просто замачиваю стирку с гелем для стирки, белье замачиваю, все там это, и все, такая стирка. Особо, конечно, я там ничего не булькаю, не полоскаю, просто замачиваю, а потом пропалоскиваю, и все. Но вот там накопилось даже все, что мне надо с себя снять и постирать. Вот, а потом, может быть, такие вещи, как в магазин сходить или на стадион. Но на стадион уже поздно,
Ну, в том плане, что сейчас хоть и уже учебное время, все равно там школьников много, мне не нравится, когда там много как бы школьников, детей. Хотя люди бегают при этом, все равно их не напрягает. Я все равно ходил, недавно выходил на улицу, там, да, прошелся. Я вижу, что люди, даже кто-то бегает днем. Я люблю именно утром бегать, когда никого нет. Вот. Ну, посмотрим, как будет. Вот. Сейчас пока еще стрим запускать не буду. Сейчас мне предстоит еще сходить в душ. Я вчера только голову мыл, уже тоже 3 дня в душ, наверное, не ходил. Блин, это капец, это Дота, блин. Я типичный геймер вообще. Хоть сам не играю, но сижу, блин, смотрю Доту. Но я и сам захожу постоянно в Доту. Я то стримы смотрел через Доту, но там же можно через саму игру смотреть и трансляции. Вот, ну мне нравится в Доте находиться даже просто вообще. Даже не играть, а просто находиться. Но хочется поиграть, конечно. Надеюсь, до этого доберусь. Вот, но сейчас пока стрим запускать не буду, загружу это видео, опубликую. Мне в душ сходить, постираться, пол помыть. У меня есть моющее средство для пола, блин, прикольное. Вот. Надо сходить попробовать на стадион, посмотреть, может, я и побегаю. Вот, а может, я дома выполню свою тренировку. Ну, то есть ежедневно, по идее, нужна физическую активность. Как бы это положено каждый день проходить по 10 тысяч шагов, скажем. Ну, это такое усредненное, я по 9 тысяч. Вот. Но я шаги заменять могу там прыжками, могу на месте ходить. Но факт, что я ничего не делаю, сейчас что-то нужно что-то поделать. Вот, пока что стрим поэтому запускать я не планирую. Все, любовь и благодарность. Видео снял. Вот, муху обезвредил. Все, всем пока. Увидимся на стримах.